Словно в поле повсюду ромашки. Цветок – символ дня семьи, любви и верности. Простая, но такая распространенная на территории России ромашка, обладающая неброской красотой, стала олицетворять самые важные семейные ценности. Дети – цветы жизни и символ крепкой любви. Их безопасность, комфорт и благополучие – главное для родителей. Защите детей посвятили целый блок на праздничных гуляниях в Ульяновском детском саду номер 242. Родители знакомятся с особенностями воспитания детей от педагогов-психологов дополнительного образования. Также инспектор по делам несовершеннолетних рассказал родителям об опасностях, которые могут встречаться в жизни детей. С 1 сентября 2024 года Ульяновская область вошла в 18 регионов Российской Федерации, которые будут внедрять и реализовывать программу просвещения для родителей детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. Пока родителям напоминают о правилах безопасности и дают советы по воспитанию, малыши проводят время на свежем воздухе, делают ромашки, отвечают на тематические вопросы и готовят концертную программу для мам и пап. Отмечать в кругу семьи 8 июля стало доброй традицией для детского сада «Садко». В год семьи праздник решили сделать полезным. Мы понимаем, что в наше время сейчас современные родители недостаточно имеют компетенций по вопросам воспитания детей. Поэтому мы, наша работа в детском саду направлена на оказание помощи по разным вопросам. По вопросам здоровья, по вопросам воспитания, по вопросам возрастных каких-то особенностей детей. Правовому и патриотическому воспитанию в дошкольных учреждениях уделяет особое внимание. Безопасность детей в наших руках. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.